Пойдем, может, туда? Ложе царское. Ну да. А вот это вот, когда две. Да. Загораешь любыми местами. Тут пироги, кажется, собираются. Это со щавелем, да? Быстренько сделаю чаю. Выйду на улицу, посмотрю. Может, помочь пирожки полепить? А? Ну, пачкай руки. Лучше вот супчик разложи всем. А, ну давай. Тарелочки. Я пока видео монтировала, девочки, и Равида машину намыла. Посмотрите, на какой блестящей машинке поедем. Наряд дня от Ираиды. Красная машина, красные серьги, красное платье. Девочки, сейчас мой наряд дня покажу. На манеже все те же. Мое любимое платье. Вы знаете, я думаю, что я только в нем и буду здесь ходить. Ничего вы другого не увидите. Нет, шучу. Сегодня последний день в нем меня видите. Наверное. Не уверена. Но люблю я его. Не мнется. Цвет приятный. Пыльная роза. Маленькие вертолетики. Красные. Мы направляемся в парк Ривьера. Сейчас идем по скверу. Ну и, возможно, сегодня я покажу вам закат солнца. Смотри, Красная Поляна. Среда и воскресенье 1200. Ага. Так они тебя с этого места заберут и везут сюда, или там, куда ты захотела, там они садят тебя.
Бутов, основатель парка Ривьера. Молодец, Клудов. Забыла, как же этот врач. Мы свернули, мы не дошли до его бюста. Они моргают. Васька, слушай, да иди, какая колесенькая Моника. Боже, смотри, смотри, собака балдеет как. Ты можешь себе представить? Я что сделала. Вот она балдеет. Она хоть живая? Слушай, так она, похоже, не живая. Она не дышит. Собачка была живая, она просто крепко и сладко спала. Она ровненько дышала, и я успокоилась. Да, современные молодые люди. Каждый собой занят. Они сидят, наверное, переписываются, как сегодня Полина. За столом сидят рядышком и переписываются. Аж самим смешно. А, и вот тут, и вот там. Так, ну я надеюсь, мои зрители будут довольны, кто меня в Ривьеру отправлял, прямо в спину толкал. Иди, иди. Ну, детский парк, да? Взрослым, ну, погуляю я здесь. Ну что я? Ну, красиво, да. Вот написано парк Ривьера. Парк Ривьера, да. Куда бы ты залез? Надо ему туда. Свободный Wi-Fi. Едят, едят. Барабульку едят. Сидят. Ваше украшение. Надо заменить. Давай. Вчера проскочили тоже там. А вот эти вот сережки можно посмотреть? Вот знаете, такие как чешуйка, что? А, вот эти. Вот смотрите, они есть на мочку и есть подвесные. Угу. Вот здесь у нас стоят подвесные. Но если хотите, я вам достану и то, что будет вот так на мочке. Нет, это ровно эту модель. Перед вами зеркало. Можете померить. А вы вставки. Да, нет, спасибо. У меня просто есть там. Не у вас. Прямо вот здесь. Спасибо. Они такие стильненькие, подавцы. Сразу стирают, что невозможно оторваться. Еще что-то. Так. Есть филигранная работа? Нет, филигранная вообще нет. Есть немножко покрупнее, смотрите. Есть натуральная, но поменьше. Такие. А знаете, что я вам еще предложу? Вот если вы подвесные носите. Посмотреть, где мать. А вот эти вот можно? Да, конечно. Ну, конечно, не для платьев горошек, но с чем-нибудь однотонным, да. Несколько другая. Угу. Так,
Может, тогда и вот это попробовать? Ну, давайте попробуем. Потому что это должно быть эффектно. Ну как? И знаете, что вам хотелось показать? Попробуйте. Гематит, он смотрится как серебро в серебре. Вот, посмотрите. Гематит. Это такой листочек швенца и... Там такая лоза такая. На самой верхушке, которая накрывает. Такая серьга. Очень красивая модель. На самом деле, ты знаешь, что ревье... Отличная. Вся в листочках. Это листиками обнята бусина. И кольцо такое же есть, и кольцо у него есть. В этом сделано комплектом. Кольцо идет 18,5. Надо мерить. Сейчас смотрите, может, на безымянные руки отекают. Да, отекли руки. Это заметно, что руки отекли. Очень красивый комплект, шикарный. Видите, он не смотрится цветным. Серебро в серебре. Очень хорошо. Прям хороший. Вот этот комплект у вас оригинальный. Да. В виде цветка. Это какое колечко? Да, очень. Гематит, да, обнятый листочками. Да. Виноградным. Листристо. Очень яркий, очень интересный. А скажите, вот этот он именно тоже как бескаменка, видите, смотрится. Ну да. Очень красиво. С серебром хорошо гематит сочетается. Очень. Это, да, вот это прям необычные такие украшения. Да. Вот это новая модель, у нее стилизация другая несколько, и кольцо здесь разъемное. Такое, знаете, по центру немножечко. Видите, соединяется. Тоже на любой размер. Да, там можно отрегулировать по плотности. Себе летом ослабить, зимой подтянуть. Очень интересная модель. Очень интересно. Прям все нравится. Прям все нравится. Только зашли, и все, можно выходить уже. Лен, посмотри, какой мне понравился. Ну, тяжелая, можешь носить, а? Я-то такое не надену. Девчоночки, у нас тут съемочки так нельзя проводить. А почему? Не разрешается. Завод не разрешает. Вот потому одно что взяли потом... изделие. Объясню, да, потому что изделия этого завода потом начинают копировать. Ну, и получаются некрасивые истории. Не разрешается по закону снимать только военные объекты. Все. И ваш личный дом. Остальное все разрешается. Здесь это самое. Да. Ну а я, может быть, и вот это хочу посмотреть, и это хочу. Нет, посмотреть. Сняли, все равно уже. Да. Пушкин и Толстой. Это он же не рулит. Тут рыбалка. Детям раздоль. Зеленый театр был какое-то время на реконструкции. Здесь тоже проходят концерты наших артистов. Мухтов. Алла Пухова здесь вот будет выступать. Угу. Так, эти масочки все сняли. Ой, какие они мягкие. Слушай, так это, наверное, делают из бутылок пластиковых. Ну, я думаю, что перерабатывают. Да, да. Ой, ну шипоклякта, это же вообще чудо. Куда? С крыской лысь. Да. Подожди, смотри, Муратик бегает. Мы же к нему шли. Стройная Муратик такая. Муратик, иди угостить. Сумочка-то у нее какая на защелке. Да ты что? Вообще, чтоб ни комочка не попадалась. Бедная, это каша с комочками. Ой, да? Тут баба-яга с вороной на голове. Лошадка пописать и пошла. Может, будет? Да? Не-не-не-не-не-не. Ой, аромат опять от этих цветов дурманищий. Ой, а вечером они особенно начинают источать аромат.
все в розах. Ой, собака. Интересно. Мы были здесь, когда они только-только заложили вот эти вот арки с розами. Свеженькая, только сегодня распустилась. Глянь, какая красавица. Тут тоже целый букет. Что за сорт такой, что прям несколько? Букетная роза. Букетная, да? Ой, что-то колется. Колючки, хочу понять. И вообще без запаха. А вот там где-то пахли. Прямо проходили мы, такой аромат роз. Ой, а эти-то две красавицы. Наклонились. Такие тяжелые головы, что они их даже держать не могут. Какое-то. Тоже без запаха. Может, я коронавирусом болею? Ой, все в розах. Скворцы червей таскают. Желтые. У меня тоже вот желтая, но немножко другой формы выписывала. Три бутона дала, сейчас отдыхает. А вон фукси. Красивые. Такие мелкие. Сейчас почистила, будет красиво. Угу. Ой, вот это вот отломилось прямо. Жалко. Вот это, она тяжелая, поэтому вон она. Может быть, подошли вот так фотографировать. Угу. Ой. У нее край, видишь, еще такой неровный. Угу. Это, посмотри, какая тоже, видимо, только распустилась. Угу. Сколько же у нее листочков. Да. Боже мой. Как георгин, да? Ну. Ну, красота же. Да. Вот поставили бы сюда скамеечки. Да. И народ бы сидел бы. Мороженку ел. Оно это цветет еще. Uh-huh. И плодик, и цветочки. И будут созревать как теплый месяц. Uh-huh. Ну, конец сентября. Сколько лет этой кошке? У меня дочке было лет 5 или 6. Она на ней сидела, мы фотографировались. Вспомни молодость. Да. Когда я девицей была. Да. Ну, дуб, я говорю, там север, потому что вся эта сторона мохом покрыта. Там север. Этот западный ветер дул.
Поэтому вот ветерок такой прохладный. И вот то дерево мохом все покрыто. Сколько ж ему лет. Прямо весь ствол зеленый, пушистый. Здесь йогой занимаются, видимо. Йога и площадка. Ага. Приходят с ковриками. Концерты тоже проводят. Шарики там на реке. В 1898 году основаны, видишь? 1898. Ничего себе. Более 100 лет парку. Здесь, наверное, какие-нибудь фильмы снимали. Да. Да. На этой стене. Тут, наверное, уже такое все вот это древнее, что не работает, даже не прибирают там. Все везде вылизано, а там как-то все в листьях, пыли такой влажной. Какие листики прям вот гладенькие, восковые. Фикус. Красивые. Так, а это кто? А, это Крылов. Некрасов, наверное. Ага, угадала. Некрасов. А это Лермонтов, наверное. Точно. Лермонтов. По мороженке? Давай. Девчонки и мальчишки, счастье есть. По мороженке. У меня розовая. В голубом небе. А у меня розовый, что там, бубль-гум или что-то у меня такое. Ну, жвачка, в общем, у меня. Простите, простите, стоп, стоп, стоп. Я вот этого кота, бедненький, я вот вам показать хотела его глаза. Он такой перепуганный. Он прямо вообще потерянный какой-то, вот там идет. Я таких глаз у кошек никогда не видела. Как будто потеряшка. Хотя видно, что он здесь живет. Что называется? Шоу дельфинов, взрослых 1000, детский 800. Зоопарк 500, пингвинарий 250, сад бабочек 200, музей роботов 250, музей гениум. 350, музей внутри человека. Ой, Газманов тут был. Да, посмотрите, звезды тут были. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, сколько тут звезд. Заметила, что ветерок стих. Да, ветра нет, точно. А заходили прям как они. Все, погуляли, идем на выход. Машинку на стоянке оставили. Дойдем до этого. До моря еще? До моря. До моря еще. Там, потому что реконструкция была. Пойдем. Еще ходить плохо умеют, а на самокатах уже гоняют вовсю. Сейчас мальчонку маленького видели. Ухохоталась я. Как он мчался. Пантус торчит, а он гонит. Он тоже с пантусом. На самокате. Ой, они вот так, смотри. Просто держись, а мы будем катить. Мальчишки там шустрее. Нет, еще вот смотри. Вниз головой.
Это такое дерево? Текстурное прям. Кто такое? Это брагот. Мам, он забрал. Ну-ка, удобно. Ой, какой. Холодит. Ой, какой. Да. А это похоже не дерево. Это под дерево, 100%. Это пластик. Да-да, это пластик. Ну, очень похоже на дерево. Ну, пластик. Поэтому и холодит. Дерево-то было бы теплое, оно бы нагрелось за день. А мы сидим. Молодцы, вот они сейчас новую плитку вот эту сделали. Вот в шахматном таком порядке, современном. Я говорю, вот три дерева стоит, раз такая поляночка пристольная. Ну, красиво ее сделали. Ковыль посадили, какие-то пушистики такие. Напоминает, знаешь, этот инь-янь. Такие вот огурцовые эти. Вот тебе, пожалуйста, дворец, куда те лампы с янтаря надо вешать. Да, да. Для интиму. Точно. Тебе кафе и тебе это, гостиница. Смотрит, думаю, сейчас подкнется, я уже. Кто смотрит? Мужчина идет. А он на камеру, наверное, смотрит. На меня смотрит. А, на тебя? Я уже и так отвернулась. И так. И потом бымно. Все, солнышко село уже. Красивое небо. Разноцветное. Должны о чем-то разговаривать. Не Мишу что слушать. В конце-то концов. Лук какой-то. А дышит сама. Смотрите, сочетание такого желто-горчичного и сине-фиолетового. Изумительно. Как пижма трава. Головки желтые, такие солнышко. Ананас. Прям ананас, не иначе. Подстригли так пальмочку. Прям как ананас. Да. Такой оригинальный городок для детей лазит. Угу. В таком морском стиле. Прямо это шхуна какая-то, да? И тебе там всякие эти тропиночки, такие, которые шатаются. Для... У него ошейник красный. Он местный. Тетя какой валетенький. Чипик есть. Кошек много. Наверное, символы, то, что пляж соответствует мировым стандартам. Ну, вот голубой флаг, если это есть то. Его, наверное, еще делают? Или вот такой серый песок тут будет? Наверное, завезут сюда что-то? Его, наверное, еще толком не оборудовали. Или так будет? Серый такой. Это если ветер, представляешь? Чтобы... Не, наверное, тут завезут еще. Все белое, белоснежное. Слушай, ну, наверное, соответствует мировым стандартам. Да, его еще до конца доделают. Я думаю, что он еще... Реконструкция еще не закончена. Народ. Сидит, дышит свежим воздухом.
все, солнышко уже скрылось совсем. Сейчас стемнеет. Сейчас стемнеет окончательно, буквально минут 15 и все. Еще где-то полчаса. Угу. Лежачки из туда расставят и все. Время 8:15. Угу. Вот она, видишь, какая. А что, лечки тут нарисованы? Раздевал души. А, раздевал души, столовая. Массажи, видишь, на каждом. Да-да. Заняли места, наверное, это. А, Wi-Fi, вон, видишь? А, Wi-Fi! Вон. Пришли все. Вот этот, где, этот, как его, олеандр. Да, очень нравится. Вот именно такой цвет. Никакой не хочу. Розовый уже не удивляет. Красивый, конечно, но он везде. А вот этот очень красивый. Тоже видишь, он для более взрослых людей сделан. Все, прошло время. Вот сейчас парк радует, на тебя можно ходить. Иногда думаешь, как много мы в детстве пропустили, да? Огромная, гигантская.